передачи, и Комаровский борется. Блоки, и последний выходит победителем. Шимунович классно разворачивается от футболиста, делает передачу вперед. Штрафной уже футболист. Услуга, и Дмитрий Герман не мог сыграть по арендному соглашению тогда с Брестским Динамо, а... Остановил ты игра, не? Так. Чтобы не, я же не было как вчера. У нас тут уже 5-я минута, как на разе. Томас делает подачу, Игорь ее делает, и... Многие Бубнова прилетает. Мяч, Ковалев. Представители горняков делают, как мне кажется, правильно. Зубу, конечно же, нужно дать время. Впервые он... Фертоус. Spēlē Aleksējiem Višņakovam, labajā malā pret Aleksēju Šimunovič. Šimunovič labi spēlē kreisajā malā. Abubakar izpildi, Abubakar personā, kur lielas problēmas visu lokumā Liepājniekiem. Vīti na svoju pašti profilnu pozīciju krajņo zaķi. Но мы помним, какая скомканная межсезонка получилась у Жавнерчика. Впрочем, давайте посмотрим за этим моментом и... Только Архипов. Против него и Бонг. И Бонг классно ставит корпус. И может получиться классная контратака Шахтера. Шимунович сделает классную длинную передачу вперед на Киша. Киш уже на подступах штрафной. Уже и в штрафной можно вбить. Удар поворотом. 4-0. 84-й. Производит впечатление очень приятного молодого человека. Несколько интервью брали у него представители пресс-службы Шахтера. Сейчас называется атака солигорского Шахтера. Я чуть прервусь. Последует удар. Да, великолепный удар Шимуновича. Здорово. Это стоит того, чтобы повысить.